Всем привет! Сегодня буду менять масло, сейчас на этом Петербилте. Давайте посмотрим, что у нас тут есть. Турбинка, фильтр охлаждайки, перекрыли, центрифуга, масляный фильтр. Доступ ко всему есть, очень удобно, капот откидывается широко. Все намного удобнее, чем европейских. Теперь дальше. Сюда вот я буду сливать масло. Очень удобно, не нужна яма. Здесь у нас находится омывайка, заливная горловина для масла, топливный фильтр, подкачка, скорее всего отстойник. Вот такая вот штучка. Очень безопасно, просто так не опустить, необходимо нажать сначала. Вот такие вот дела. Дальше будет больше.